Я не хочу говорить о негативном. Не потому, что я это отрицаю, потому что я могу смотреть туда, куда я хочу, и потому что я могу выбирать то, что я хочу. И я не отрицаю те энергии, которые существуют. Те старые системы, убеждения, ограничивающие сознание, имеют свое место, свой вибрационный ритм. Вы можете их принимать или говорить: «Ну а как же, я же видел, я же знал, я же смотрела», и я вам скажу на это. Да, вы видели, может быть, в ваше поле попадали эти энергии, но вы выбираете сами. Это ограниченность вашего ума. Вы можете выбирать энергии, вы можете выбирать измерения. Вы не должны бороться с тьмой или с какими-то системами бедности, болезней, разделения, ненависти. Вы можете сказать: «Да, это существует, но я выбираю другое». Вы не боретесь, вы не ненавидите, потому что когда вы светящееся существо, вы не можете бороться. Ибо борьба – это тьма, ибо разделение – это тьма, ибо попытки найти виновных – это тьма, ибо свет – это смотреть в свет, подниматься в определенные вибрации. И в этой энергоинформации я вам предлагаю просто направить свое внимание в другие энергии. Каждый раз, когда я буду вам что-то говорить, внутри вас будут возникать старые энергии и поля, которые будут якобы противоположны тому, что я буду предлагать. К примеру, я буду говорить вам, что вы богаты и можете иметь столько денег, сколько хотите. Внутри вас могут возникать разнообразные сопротивления, импульсы и мысли. И я вам скажу, это ваши старые программы, вы можете их выбирать, а можете выбирать новые программы. На самом деле, ваш смысл в эволюции духа. Чувствовать дух – это самое прекрасное. Потому что когда вы чувствуете сонастройку с духом, вы буквально словно летаете. Вы парите, а ваше сердце наполняется любовью. Так, если вы будете прислушиваться к своему духу, энергия в информации будет вызывать у вас либо чувство желания радоваться, либо желание грустить. Так, например, когда я буду говорить вам «богатство» или «бедность», конечно же, бедность вызывает у вас негативную вибрацию. Значит, вы не находитесь в слиянии со своим духом. Когда я говорю вам «богатство» и то, что вы можете иметь все, что вы хотите, у вас внутри возникает чувство подъема. Это значит, что вы сонастраиваетесь со своим духом. И это красота. Я предлагаю вам окунуться в эту информацию и сейчас начать исследовать свой дух и эмоции. Я вам буду говорить какие-то вещи, а вы смотрите, как реагирует ваше тело и ваши эмоции. Если вам будет приятно, это означает, что вы настроены с духом и смотрите вперед, вверх, туда, куда хочет смотреть дух. Если же вы будете чувствовать дискомфорт, это будет означать, что внутри вас появляется какая-то информация или напряжение, которое будет противоречить тому, чего желает ваш дух. Я предлагаю вам поле новой реальности. Я предлагаю вам передовой край, где вы сознательный творец. Я предлагаю вам измерение, в котором вы в благости 24 часа в сутки. Я предлагаю вам мысль. Повторяйте эти фразы. У меня здоровое тело. У меня стройное тело. У меня эластичная кожа. У меня молодое тело. Как приятно иметь здоровое, красивое тело. Как здорово иметь гибкое и стройное тело. У меня здоровое тело, и от этого возникает улыбка. Тело воспринимает сигналы источника, и мне кажется, что я в раю. Я люблю быть здоровым человеком, потому что в здоровом теле мне нравится жить. Мне нравится передвигаться в здоровом теле. Так здорово, что мои ноги могут приводить меня туда, куда я желаю. Как
прекрасно иметь легкое стиль, потому что я могу бегать как ребенок в любом возрасте. Просто потому, что мне нравится иметь такое тело, я его имею. А когда духу что-то нравится, он это получает. Уходит мой ум и привычное мышление, видение. Потому что мой источник хочет жить красиво. Мой дух хочет познавать мир через это тело. Для духа важна гармония. Поэтому я так радуюсь тому, что я принимаю здоровое тело. Дух интересуется миром через это тело. Он познает сам себя через тело. Поэтому так интересно наблюдать за внешним миром, и каждая его деталь вызывает у меня чувство восторга. Внутри меня появляется чувство трепета, словно у ребенка. Наблюдение за небом, облаками, прислушиваться, как поют птицы и шумит трава. Мне нравится наблюдать за всем, что происходит вокруг меня в мире. И мне нравится выбирать только то, что мне приятно. Я могу идти по улице и смотреть только на то, что мне нравится. Я могу вылавливать самые красивые изображения, моменты, мгновения и чувствовать от этого море удовольствия. Просто маленький ветер, который колышет листья на ветру, или касание ветра моей кожи. Это вызывает столько восторга, потому что это жизнь. Люди обесценивают ее чрезмерным напряжением, но мне нравится расслабляться. Мне нравится погружаться в восприятие реальности на глубинном уровне. Мне нравится очень тонко в духе улавливать сигналы с пространства и чувствовать те сигналы, которые мне нравятся. Мне нравится выбирать музыку, которая мне по душе. А еще мне нравится смотреть только на те лица, которые кажутся мне красивыми. И это так здорово, что я могу выбирать. Я сознательный творец. И мне нравится пользоваться этим приемником. Из-за того, что я тонко улавливаю сигналы, я могу чувствовать, где мне неприятно, а где приятно. Так я начинаю управлять своим вниманием. Если я смотрю в эту сторону, и мне становится неприятно, я поворачиваю голову в другую сторону и выбираю то, что мне приятно. Я не смотрю на то, что мне не нравится, и не начинаю говорить, что это не такое, плохое или еще что-то. Я просто перевожу свое внимание. Это подобно тому, как если бы вы прикоснулись к горячему утюгу и держали бы пальцы. Если вам печет, просто уберите пальцы. И так во всей реальности. Это очень здорово. Я радуюсь тому, что я могу полностью выбирать. Мне что-то не нравится, и я не смотрю. И это не попадает в мое поле, потому что я не даю туда внимания. Но мне нравится нанизывать на свое сознание то, что мне приятно. Моменты, события, людей. Я так формирую свой красивый, совершенный мир. И он тогда, как целый оркестр, звучит из добрых фраз людей, сияет добрыми глазами или благоухает ароматами, которые я выбираю. Может быть, когда я прогуливаюсь в саду и запоминаю запах роз или выбираю для себя самые ароматные духи. Выбираю пищу, которая пронизывает все мое тело определенным вкусом. Я выбираю разговоры, которые вызывают у меня внутри чувство счастья. И самое прекрасное, что я могу делать выбор. Я наслаждаюсь выбором. Я могу выбрать самое приятное для своего духа. И я создаю самое идеальное состояние внутри себя просто потому, что я умею выбирать. Выбирать то, чего хочу. Это так просто и легко. Смотреть на то, что нравится, и чувствовать от этого огромное удовольствие. Сейчас так здорово осознать, что я сознательный творец, и понять, что весь мир у моих ног. И все эти старые идеалы, и то, чему учили нас родители, сейчас деактивированы, потому что я целостное существо, я дух, я могущественный творец. И я выбираю все, что я хочу. Может быть, ко мне приходит не сразу все, чего я желаю. Возможно, на что-то нужно физическое время, но само ожидание желаемого вызывает у меня еще больше радости. Я хочу быть богатым человеком, просто потому что деньги вызывают у меня чувство свободы. Мне очень нравится, когда я могу купить себе вкусную еду, красивую одежду. Мне приятно находиться в хороших условиях, жить в уютном доме,
Мне нравится путешествовать и видеть новые места, потому что мой дух поднимается, и возникает безграничное чувство счастья и улыбка на моем лице. И если дух от этого испытывает вибрационный подъем через мое тело, тогда это благо, и я принимаю финансовое изобилие в свою жизнь. А еще так здорово проводить время с людьми, которые вызывают у меня тепло в сердце и улыбку на лице. И я выбираю только тех людей, чьи улыбки и глаза озаряют меня. Если таких людей нет, я их представляю. Я рисую им глаза, тела. Я наделяю их чувствами, качествами. И чувствую, как я с ними себя ощущаю. Самые теплые друзья. Самые заботливые и верные. С которыми всегда интересно, уютно, легко. Так я выбираю себе и вторую половину. Я не смотрю на то, что у меня было, или то, что я видел по телевизору. И я выбираю сердцем, духом. Другое сердце. Может быть, оно на другой части этой планеты. Но мы так настроены, что мы можем притянуть друг друга за самый кратчайший срок. И так я выбираю всю свою жизнь. Пуская прошлое, мы можем создавать новое будущее. И это новые программы понимания, что я есть дух. Понимание, что я могу получить все, чего желаю. И это так здорово. Тогда каждый день кажется невероятно прекрасным. И я все время играю, я все время творю. Каждый миг я создаю. И вот я поворачиваю голову в окно, смотрю на птицу, и я уже творю. Потому что я позволяю ей быть в моем поле. И я позволяю выпить стакан сладкого сока. И я позволяю клеткам впитывать это. И я позволяю сделать прогулку или совершить творческое действие. И я позволяю себе разговаривать и смотреть на собеседника и замечать в нем самые красивые детали. Может быть, это что-то в одежде или в его глазах. Я позволяю себе каждый момент наслаждаться жизнью. И каждый момент я творю. И я позволяю себе смотреть только на то, что мне нравится. И так мир может стать раем. Просто потому, что я в свое внимание вкладываю только то, что мне нравится. Так я создаю свое измерение, свое понимание, свои правила. Иногда я могу пойти к другим людям и поучиться у них чему-то. Послушаю их правила, и если что-то внутри меня зазвучит, как радость и подъем, я приму что-то для себя и попробую воспользоваться. А если это не сработает, я это отпущу. Я просто выбираю. Я все время выбираю, какой посмотреть фильм, куда пойти. Я выбираю дыхание, я выбираю образы и картинки. Я выбираю, как мне двигаться, как смотреть, как чувствовать, как говорить. Я выбираю все. Вы можете поменять свою внешность и трансформировать ее силой своей мысли, потому что вы выбираете. Выбираете быть стройным, более гибким или иметь более гармоничные черты лица. Я просто выбираю быть красивым или красивой. И я выбираю чувствовать все время себя хорошо. Я выбираю музыку, которая вызывает у меня подъем настроения. Я выбираю упражнения, от которых мне приятно. И вот это вызывает во мне столько восторга, потому что я выбираю, выбираю и выбираю. От этого радуется дух, от возможности выбора, от возможности все пробовать, все испытывать, заполнять свое поле, свое внимание разными вещами. И все вызывает такой интерес посмотреть в эту сторону, в ту, почувствовать каждый аромат, каждую деталь, вибрационно прочувствовать, вдохнуть, прикоснуться, ощутить форму. Я могу выбрать любую страну, любые отношения, любого человека, любую роль, любое тело. Я могу выбрать все. Я просто слушаю, чего хочет дух. Может, ему нравится, когда я дышу спокойно и медленно, или когда я куда-то еду и слушаю музыку. Может быть, моему духу нравится заниматься спортом или достигать больших целей, помогать людям или стать прекрасным семьянином. Мой дух все время чего-то хочет. А иногда он просто желает погрузить мое тело в безмолвие и наполнить меня светом. Поэтому я его слушаю и следую за его импульсами. Мой дух выражается словами, и я спокойно говорю людям о любви, восторге ими. Если мне что-то не нравится в людях, я просто не смотрю. И я не осуждаю их, потому что они выбирают быть такими. Просто в моем понимании есть другое, а в ихнем нет. Это не значит, что человек плохой или неправильный. Просто человек сейчас выбрал такую точку зрения. Просто значит, нам не по пути. И я не должен и не должна ненавидеть человека за то, что его взгляды не совпадают с моими. Просто я выбираю свой путь. Просто я смотрю туда, где мне нравится. Туда, где красиво, тепло и уютно. Туда, где мне хорошо.
И знаете, дорогие люди, если бы каждый из вас прекратил спорить и смотреть на то, что вам не нравится, а каждый бы выбирал только то, что ему нравится, тогда бы в мире был баланс, ушли бы конфликты, потому что каждый бы смотрел только на то, что ему нравится. Когда вам не нравится мысль, гоните ее прочь. Это шутка. Бороться не нужно, просто не смотрите на нее, и она покинет ваше поле сознания. Может быть, раньше у вас были какие-то неприятные мысли, которые по привычке задерживаются в вашем поле. Например, привычка бедности, и вы привыкли, что она жила внутри вас очень долго, поэтому теперь, когда вы пытаетесь ее отогнать, она снова проникает в вас, порой, может быть, до боли, она задерживается внутри. Но со временем, когда все ваше внимание постоянно будет на богатстве, то мысль просто устанет ждать, чтобы вы на нее посмотрели. Она покинет ваше поле, потому что ей не за что будет крепиться внутри вас. Она будет не в резонансе с вами. Ее уровень вибраций будет другим, она просто не сможет быть в вашем поле. Это закон Вселенной. Подобное притягивает подобное. Другое же отталкивается от вас. Просто меняйте фокус внимания. Просто меняйте направление. Может быть, вначале сложно, но поверьте, со временем вы станете настоящим волшебником своей жизни. Это аудиосистема. Подарок для вас. Путешествуйте в волшебном мире. Познавайте и позволяйте своему духу каждый день выбирать только то, что вам нужно.